Объединиться для взаимопомощи. В Щелковском районе на базе общественной палаты создана общественная организация «Центр поддержки многодетных семей и защиты материнства». Пилотный проект направлен на объединение других организаций для помощи в решении проблем многодетных семей, молодых родителей, матерей-одиночек, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для помощи детям-инвалидам. Концепция работы такова, как говорит наш губернатор, ходим по земле, слышим людей. То есть это работа непосредственно с главами поселений, выезд на места, общение с многодетными семьями, семьями, которые нуждаются в этой поддержке. Для того, чтобы у нас были сильные семьи, нам нужно готовить и правильно настраивать наших молодых, наших молодоженов. В концепции ассоциации это включено одним из основных пунктов деятельности. Я хотела бы, чтобы и на местах проводилась подобная работа. На круглом столе собрались активные мамы, неравнодушные общественники и специалисты, у большинства из которых многодетные семьи. Им не понаслышке знакомы многие проблемы. В центре поддержки таких семей планируется оказывать разную помощь, в том числе и юридическую. Я когда кликнули, да, позвали меня участвовать в этой общественной деятельности, я с радостью согласилась, поскольку, хотя это и бесплатная работа, да, может быть, в ущерб моей коммерческой деятельности, но вот с точки зрения меня как многодетной матери, все-таки люди заслуживают того, чтобы им была оказана профессиональная помощь, не только правовая, ну и какая-то, знаете, организационная. Зачастую многодетные мамы и социально уязвимые категории людей, они не имеют возможности заручиться профессиональной правовой поддержкой. И эта поддержка будет оказана, правильно направить человека, пришедшего с вопросом, правильно направить, грамотно помочь составить обращение то или иное, да, или расписать человеку схему действий в той или иной ситуации. Круглый стол – это лишь первое учредительное собрание центра. В ближайшее время будет формироваться состав участников новой организации. Пока Центр поддержки многодетных семей и защиты материнства будет действовать на базе районной общественной палаты. Мария Масайли, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».